10 актуальных вопросов, касающихся общественно-политической и экономической ситуации в стране, были заданы президенту. Как отметил Рауль Хаджимба, основополагающей целью государства по-прежнему остаются системные действия, направленные на рост собственных доходов. Этому фактору будут способствовать действующая государственная поддержка сельхозпроизводителей, уверен президент. Проводятся анализы и ревизии международных договоров и соглашений на предмет наличия возможностей для продвижения наших товаров на внешние рынки. Наполнение их реальным содержанием. В Банке Республики Абхазии отправлены запросы об условиях предоставления кредитных ресурсов организациям-экспортерам для формирования информационной базы. Проведено первое установочное совещание, где обозначены контуры будущего совета экспортеров при Министерстве экономики. В отношении сельского хозяйства следует отметить, что была проведена подготовка к весенне-полевым работам. Министерству сельского хозяйства было дано задание провести первую вспашку за счет бюджетных средств. На конец мая были обработаны территории в 2525 гектаров. Однако нельзя не отметить о тех трудностях, которые возникли, связанные с неучтенными пахотными землями. Многие крестьяне, не обрабатывавшие свои земли за 10-20 лет, включились в этот процесс. И, к сожалению, мы этот фактор не учли. И это привело к определенным сложностям. И думаю, что и Министерству сельского хозяйства, и Кабинету министров к следующему году нужно будет учесть все эти недоработки. Для того, чтобы снять напряжение в этой среде, было дополнительно закуплено 35 тысяч литров солярки, которые были розданы крестьянам для самостоятельного проведения пахотных работ. Рауль Хаджимба отметил, что непростая ситуация остается в сфере энергетики. Нелегким для отрасли был зимний период. Тем не менее, его удалось пройти достаточно спокойно. Энергосистема выстояла благодаря работам, которые были проведены до начала зимы. Все те средства, которые были направлены по линии инвестпрограммы, дали нам возможность привести хозяйство под станции практически по всем городам и районам в более-менее нормальное состояние. Да, остаются проблемы очень сложные по самим внутренним сетям. Но и на перспективу, я надеюсь на то, что мы сумеем выйти и на решение этой проблемы. На сегодняшний день нагрузки на сеть в разы уменьшились, но возникают нагрузки в локальных регионах, связанных с подготовкой к курортному сезону. В этом отношении РУП «Черноморэнерго» были проведены работы в проблемных регионах. Речь идет в первую очередь о Гагарском районе. Касаясь работы правоохранительных органов, глава государства сказал, что результаты деятельности МВД оставляют желать лучшего. Рауль Хаджимба привел к примеру статистику о раскрываемости преступлений. За 4 месяца текущего года совершено 204 правонарушения, из них раскрыто 150. Тревожной, по словам президента, остается ситуация с ДТП, основными причинами которых являются управление автомобилем, состояние алкогольного или наркотического опьянения. Рауль Хаджимба высказал намерение принимать жесткие меры в отношении наркоторговцев. Наверное, все-таки нужно ужесточать, несмотря на то, что я слышу разные голоса по части, касающейся этой проблемы, что это не даст никаких результатов. По части, касающейся наркотиков, организаторов ввоза, есть такая мысль о внесении соответствующих поправок по санкциям. В высшей мере наказание. Расстрел у нас практически отсутствует, на него объявлен мораторий, но пожизненное заключение вполне могло бы присутствовать. Может, это хотя бы образумит кое-кого. Президент высказал свое мнение по предложению Совета общественной палаты об установлении персональных пенсий в размере 50 тысяч рублей для депутатов первого созыва парламента Абхазии. По словам Рауля Хаджимба, эта инициатива преждевременная. Насколько мне известно, в общественную палату обратились представители самого Золотого парламента. Я, насколько знаю, там было несколько человек. Общественная палата просто передала то письмо фактически, которое было по своему содержанию именно таковым, как вы заметили. Но я говорил и с представителями общественной палаты, у нас нет таких возможностей пока на этом этапе решать задачу так, как это
заявлено в том документе, который представили инициаторы. Пока нужно подождать. Нам трудно будет объяснить ветеранам войны, инвалидам войны, героям Абхазии, действительно, людям тоже не в меньшей степени, рисковавшим своими жизнями, о том, что вот здесь вот мы должны пойти по такому пути. Наши депутаты того периода заслуживают уважения, заслуживают внимания. Завершая пресс-конференцию, Рауль Хаджимба отметил, что всегда готов к конструктивному диалогу, обсуждению волнующих все наше общество проблем. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.